Кто стал вторым премьер-министром Израиля? Кто и почему прикрыл собою бомбу и взорвался? Ротшильды в Израиле. Кого и за что лишал дипломатической неприкосновенности? Агентурная сеть Израиля в Египте. Почему самолет падает на многотысячную толпу? Каким евреям отказывают в гражданстве Израиля? За что был задержан израильский пароход в Египте? Ответы на эти и другие вопросы